Парафан-клуб металлистов встретился с игроками любимой команды. Олег Красноперов и Артем Радченко, опыт и молодость желто-синих, пожаловали в гости к своим преданным болельщикам из парафан-клуба Metal Hearts. Встречи, ставшие уже традиционными, всегда проходят в теплой и дружеской атмосфере. Ребята с особыми физическими потребностями не зря считаются одними из самых верных поклонников команды. Ведь сектор с баннером Metal Hearts можно наблюдать не только на харьковских матчах металлиста, но и далеко за пределами первой столицы. Это уже была четвертая встреча нашего парафан-клуба с футболистами за полтора года существования. Парафан-клубом сделано очень много, и работа парафан-клуба по достоинству оценена как украинскими организациями, как премьер-лигой, так и международными же организациями. Многие клубы Украины открывают парафан-клубы на именно как беря за основу пример парафан-клуба Metal Hearts. Четвертая встреча за полтора года, и каждая из них по-своему уникальна. За это время ребята из парафан-клуба получили возможность поближе познакомиться с жизнью футбольного клуба, узнать много нового, интересного, ну и, конечно же, в неформальной обстановке пообщаться со своими кумирами. Наши ребята получили огромное удовольствие от общения, задали те вопросы, которые не задает ни один журналист, те самые интересные, самые душевные, самые волнующие. На все получили ответы. Вопросов в адрес футболистов у нашего 12-го игрока хватает всегда. Так было и в этот раз. У Олега Красноперова болельщики интересовались о самых памятных моментах футбольной карьеры. У Артема Радченко, напротив, о том, чего бы наш молодой игрок еще хотел достичь в дальнейшем. Впрочем, футболисты ни один из вопросов не оставили без внимания, дав исчерпывающие ответы абсолютно на все. Наилучшие же после коллективного совещания были отмечены призами и подарками. Ну, все прошло хорошо, думаю, что приятная атмосфера была. Спасибо болельщикам за то, что они нас поддерживают. Конечно, жалко, что мы не показываем те результаты, которые они, конечно, хотят, но я думаю, к этому мы будем стремиться и придем. Парафан-клуб Metal Hearts за полтора года существования достиг многого, получив признание как в Украине, так и за рубежом. Болельщики стараются отдавать всех себя на секторе стадиона, футболисты – отвечать им взаимностью на поле. Подобные же встречи позволяют одним и другим лучше узнать друг друга. С надеждой относимся к тому, что после зимнего длинного межсезонья команда будет в самой наилучшей форме. Будем надеяться, будем верить, будем ждать результатов тех, к которым мы привыкли, и к той игре, которую мы любим, которую мы надеемся увидеть еще не раз. Очередная встреча завершилась традиционными автографами, фотографиями и, конечно же, обоюдными пожеланиями дальнейших успехов. Футболисты зарядились позитивными эмоциями и немного отвлеклись от тренировочных будней. Болельщики же не преминули еще одной возможностью стать ближе к команде. Я очень сильно осталась довольна. У меня 12 фотографий с футболистами и еще будут новые. Я очень довольна. Спасибо. Наш парафан-клуб продолжает развиваться. Весной будущего года, ко второй годовщине основания, болельщики обещают обязательно пригласить в гости парафанов из других городов, чтобы еще больше сплотиться и обменяться бесценным опытом качественной поддержки любимых команд.